Так, други мои, кто просил видео про то, как готовить омлет, получайте. Сегодня мы его и готовим. Итак, нам понадобится яйца, сковорода, молоко. За место молока можно взять кефир, ряженку, даже сметану. Что хотите, главное какой-нибудь молочный продукт. Соль, все остальное по вкусу. Я буду добавлять зелень и болгарский красный перец. Вы можете добавлять что угодно. Приступаем. Зажигаем огонек под сковородой. Пока она греется, мы будем готовить сам омлет. Ставим сковородку на средний огонь. Так, где ножик, где ножик? Вот ножик. Берем, значит, яйца. Разбиваем яйца в чашку. Один. Два. Два яйца разбили в чашку. Нам пока хватит. Вы можете разбивать столько, сколько вам нужно, чтобы наесться. Мне обычно нужно 4 штуки. Сейчас я есть не сильно хочу. Сейчас я просто готовлю для вас. Поэтому разбил 2. Внимание, сюда добавляем немного молока. Буквально 1-2 столовые ложки. Много не надо. И размешиваем это все вилкой или каким-нибудь там венчиком. Должна у нас получиться такая однородная желтая масса. Вот примерно вот что-то такое должно получиться. Так, я забыл, мы солили или нет. Давай на всякий случай еще посолим слегка. Вот. В общем-то, вот эту вот массу уже можно выливать на сковороду или на сковороду. И получится у нас омлет. Но я рекомендую сюда что-нибудь добавить. Вот, допустим, зелени шмякнули. И перца. Можно каких-нибудь специй. Можно курицу копченую. Можно сосиски. Что хотите, это уже ваше дело. Грибы некоторые даже добавляют. Все, масса омлетная у нас готова. Выливаем это все на сковороду или на сковороду, как кому нравится. Я исхожу из того детского стихотворения, где вместо шляпы на ходу он надел сковороду. Поэтому у меня сковорода, а не сковорода. Ну, короче, вы поняли. Ну и все, если у нас слой получился тонкий, готовиться будет где-то как яичница. Вы смотрели видео про яичницу? Где-то как яичница будет готовиться 2-3 минуты. Если слой получился толстый, то готовиться будет дольше. И придется еще либо переворачивать, либо помешивать. Крупнее сделаем, да? Чтобы получше было видно дорогим телезрителям. Вот так вот. Можно еще покрупнее. Вот видите, у нас пока здесь яйцо жидкое. Не застывший, значит, пока омлет не готов. Как только он застынет, затвердеет, как это назвать, я не знаю, значит, он уже готов. Если хотите, чтобы побыстрее все произошло, нужно его слегка помешать, либо перевернуть, как блин. Вот так вот. За 3 минуты это он жарится, еще приготовление, там разные минуты 3. В общем, за 6 минут получаем готовое блюдо, которым можно наесться. Как его употреблять в пищу, я вам сейчас буду показывать после того, как приготовится. Пока ждем. Молока, кстати, у меня осталось вот тут целая чашка. Вот я же вам сейчас покажу, мне дочь купила. Вот такой вот лукум. Лукум вроде это называется. Очень вкусная вещь. Пока вы смотрите, как готовить яичницу, я буду его есть. Обожаю различные сладости. И прочие жизненные радости.
Вкуснятина. Что тут у нас с нашим омлетом? 3 минуты уже вроде прошло. Вот этот вот можно согнать в угол, чтобы отдельно пожарилось. А так, в общем, омлет уже готов. Сейчас еще полминутки. Будем снимать. Будем пробовать, что тут у нас получилось такое. А вы пока смотрите, подпишитесь на мой канал. Будете первыми получать обновления. Можете оставить какой-нибудь комментарий, если вдруг вам понравилось или, может быть, не понравилось. Я думаю, все. Лукум отложим. Это с огня снимаем. Сейчас будем кушать. Пока выключаемся, скоро включимся. Так, ну это у нас что? Это вот то, что мы с вами приготовили. Омлет. Сейчас мы будем его кушать. Проверять, вкусный он или нет. То есть, если он будет невкусный, я вам честно скажу. И можете под этим роликом ставить «мне не понравилось». Если будет вкусный, я вам также честно скажу. И можете ставить «мне понравилось». Так, в какой тут руке надо держать ножик, какую вилку, я не знаю. Меня этому не учили. Так, вот его разрежем на несколько кусочков. У нас всего было 2 яйца. Поэтому получился тоненький омлет. Так, вот его еще на кусочки, на мелкие, вот так вот вилкой раздербаним. Соус у меня вот домашний, про который я вам рассказывал. С этим соусом я все обычно и употребляю. Камера опять падает, да? Ладно. В общем-то, друзья, получилось вкусно. Если вы сделаете так же, как сделал я, вы, скорее всего, будете довольны. Потому что это блюдо очень вкусное, очень простое. У меня только камера падает. Это меня бесит. Я снимаю без оператора. Камера у меня падает. Я вот даже сейчас не знаю, видите вы меня или нет. В общем, друзья, это очень вкусно. Я вообще люблю покушать. А вкусно покушать я люблю 2 дня. И делаю это с превеликим удовольствием. Прошу прощения. Ну ладно. Я думаю, вы меня простите. Все, ребятки, дорогие мои. До новых встреч. Пока.